Да, посмотри на время. Сегодня что, 7 декабря? 7 декабря. И 2017 год в Харькове. Как думаю, везде. 12:21 и 28. Ой, там. А, красота. Я говорил, что покажешь пояс какой. Пояс Ориона, да, сейчас виден хорошо. Не, это Луна. Сейчас я запишу потом тебе. Справа он там сейчас. Ой, бабай! Ой, бабай! Так, это когда у нас было суперлуния 3-4 числа, да? 4 числа было в Перигее, Луна ближе всего к Земле. Сейчас. Да прикрой же дверь, застудишь. На расстоянии 357 тысяч километров от Земли. Наконец-то. Воздух морозный. Сколько градусов там, глянь, сынок? Тут или в комнате? Да, на улице. Так, градус. Ну, где-то около нуля. Около нуля. Ну, явно воздух чище. Меньше. Меньше помех для съемок. Сними мою игрушку. На Луне. А, кстати, Илон Маск собирается на Марс запустить свой автомобиль. Под прекрасную песню Дэвида Боуи. Space Oddity, по-моему. Что это за машина у тебя? Покажи. Ну, не на камеру, а мне покажи. Тачки Маквин. А, Маквин. Как его там звали? Агент. Я не знаю. Drum control to major town. Commencing countdown. Engines on. Check ignition. Remote close division. А ты помнишь, где это тихо? О, мы комбинировали. Я комбинировал. Щит. Зайди, я потихо ударю. Тихо, это... Это такое место на Луне. Да, какой он-то? Датский, вижу. По-моему, да, астроном. Да, я смотрю, идею. Ну ха, она поползет маленько. Ты представляешь? Дрожит. Мой пробковый давай пол. Давай сейчас ударим. Тебя! И вместе с ним и вся трена. О, сколько причин. Ну, я сейчас отойду. Чтобы он сам по себе. О. This is ground control to major tone. Что там творится? Я живой. Вот мои булки. Да. Ну ладно. In the stars are very different today. Looks very different.
все течет, все изменяется, а тут все дрожит, все изменяется. Да что ж такое? Моя механическая рука. Помнишь, как я бабушку не пугал? Как давно я оттуда не доставал? Бабушку или руку? Бабушку. Я рукой бабушку этот пугал. Да посмотри на нее. Да подожди, я сейчас попробуешь. Я ж... Кстати, снимать пытаюсь. Еще хороший антистресс. Антистресс. В смысле, пугать бабушку? I'll be back. Ну, вообще прекрасно. Сейчас луна движется своим ходом. Ничего не дрожит, ничего не мешает. Ветров в квартире нет. Что такое, мама? Я же между собой. На так, что у нас там? Суперлуния была 3 числа, теперь будет суперлуния 1 числа января 2018. Часть этой РГ. И суперлуния будет вообще обалденнейшая 31 января. Совпадет суперлуния. То есть полнолуние, максимально освещенность Луны, совпадет с наибольшим приближением Луны по эллиптической орбите к Земле. И те же 357 тысяч километров, наверное, будет. Но плюс к тому, Луна еще и попадет в тень Земли. И будет она красной. Красная луна. Да? Blood moon будет. Кровавая луна. По-английски нас это сообщило. И кроме того, это еще будет второе полнолуние за месяц январь. Соответственно, опять же, по сведениям НАСА, в США это называется еще и голубая луна. Blue moon. Как-то Моисеев. Боря Моисеев. Ну ладно. Более чем достаточно. Так видишь, на пояс Ориона смотри, сынок. Все, я уже записал.